восхищена. Откуда в тебе столько сил? До 6-го раунду потрапляю. Ну, меня первым назвали. Владислав Курасов! За Светку очень переживал. Стоял, я думаю, так, сейчас вот Рому и Олега по-любому называют. Дети по-любому называют. Вот у меня сразу вот такие мысли. Кого еще там, думаю, Свету тоже назову. Прошу, Оксана, скажи. Просто все будет хорошо. Володимир і Світлана будуть співати за своє життя у X-Factor'і. Блін, Світко, пожалуйста, пожалуйста. Когда стали открывать конверт, уже, конечно, сердце забилось сильно. Світлана, ти продовжуєш боротьбу у нашому шоу? Лучший друг. Не только, наверное, на проекте, в жизни уже это один из близких мне людей стало. Я был обычным школьником, мальчиком, у которого было бешеное желание и огромная мечта. Здравствуйте. Кастинг в первом эфире. Тогда он был, ну, таким, ну, 16-летним там парнишка, а сейчас он такой уже более такой мужественный стал. Вот мой лепешку расшибается каждый раз, каждый раз. Ну, это не просто человек, который пришел сюда. Вот он не случайно здесь. Я сейчас живу, потому что я на сцене. Не существую, а живу. Вперше в практиці другого сезону Курасов приходить з піснею, яку він тиждень тому взагалі не знав. Безумно красива пісня, дуже їй підходить. Неужели я Кондратюка наконец-то похвалю за вибір пісні для Курасова, а? Що-то сироватенько у нас все. Да, пока очень. Мне как кажется. О чем песня? Песня — это воспоминания. Как бы там ни было, я много видел. И мне есть о чем вспомнить. Тебе сдаваться нельзя. Никому нельзя сдаваться. Да. Я могу переживать такие песни. Петь не отсюда, не отсюда, не откуда-то еще, а из глубины. Владислав Курасов. Midnight, no the sound for the pavement, has the moon last in memory, she is smiling alone. The vivid leaves collected my feet, and the wind begins to move. Memory, all alone in the moonlight, I can dream of the old days, life as beautiful then. I remember time and you, what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. So still could smell all the more.
Ну, Владе, минулого тижня я казала, що я не можу уявити, яким ще завданням може тебе збентежити Кондратюк. Я його недооцінила, але ти із цим впорався. Дивись, залу аж затопило твою енергію. Серега. Влад, земляк, все хорошо. Одно плохо. На родине, в Беларуси, кризис. А почему? А потому что люди шлют за тебя смс-ки. А межгород с Украиной, знаешь, какой дорогой? Молодец, браво. Дякую. Сергію. Ви буваєте зазвичай дуже суворі до влади, але мені здається, що цього разу він може розраховувати хоча б на маленьку відзнаку. Ви знаєте, Влад нічого не змінив в моєму мненні і в цьому ефірі теж. Я від концерту до концерту, від суботи до суботи, слышу все одно і те ж. Спочатку вокалізація внизу, потім переход наверха, потом фальцет, сумасшествие, это вот выжималка и все, опять женские песни, все одно и то же, в одном стиле, в одном жанре, в одном направлении. Вот моя Светочка Винник, то она верная подруга, то солдатка, то страстная любовница, то своя в доску девчина, как сегодня. Каждый раз все разное, она каждый раз удивляет, она каждый раз неожиданно. Здесь все предсказуемо, все одинаково. И это неинтересно. Это все одно и то же. То же самое, как говорится, все те же. Мы вас почули. Не буду говорить этого слова, только в профиль. Понимаете? Все то же, только то в профиль, то в труакар, то в фас. А все, все одно. Дякую. Мы вас почули. Игорю, я думаю, что ты маешь еще відповісти. Влад, ну, слава богу, музыкальные критики – это люди, которые не пользуются очень большой популярностью в стране, в любой, в твоей, в моей. Это как сказать, Игорь, это как сказать. Как это как сказать? А вот так ты уже все сказал, то, что ты хотел сказать. Если это одинаково, то я, конечно, ну, ничего не понимаю действительно. А, ты знаешь, эта песня отнюдь не женская, как сказал Сергей Васильевич Соседов. Барри это ария Гризабеллы, кошки Гризабеллы из мюзикла «Кэтс». Да, 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 Эллен Пейдж ее пела оригинально. Ее Эллен Пейдж поет. Ну да, Барбара Стрейзен здесь было очень далеко. Значит, смотри, я не знаю, что ты запал на Барбару. Эллен Пейдж ее исполняла, Сара Брайтман, Барбара Стрейзен. Ее пел Барри Манилов и продолжает петь Барри Манилов. Ты знаешь его, многократно был на этих Грэмми. Ну, Манилова его в Америке называют. Короче, он родом из Одессы, по-моему. Это хорошая, дедушка его из Одессы. Это хорошая компания, Влад, в которую ты попал. Я имею в виду эти исполнители. Это очень сложная вокальная песня. Эту песню, конечно же, Влад имеет свой козырь, однозначный. Это попытка петь голосом и потом переходить на фальцет. Это очень красиво получится со временем у Влада, но он от передачи к передаче продолжает демонстрировать, что он этим все лучше и лучше владеет. Не так ли, зал? Так. А мне кажется, он просто этим спекулирует. Нет, но он этим не спекулирует. Это очень хорошо. И я не вру сейчас, Сережа. И ты знаешь, что артисты, которые... Конька. Нет, Сереж, Соседов, артисты, которые так пользуются голосом и фальцетом, это очень красиво, ты же знаешь это. Панове судьи,
красиво, вы мне так подобаетесь, но вы судьи. Влад, я тобой доволен, молодец. Спасибо я вас дуже люблю, дякую. Дякую. Це юний, але безстрашний хлопчина. Готовий до будь-яких завдань і іспитів. І тільки одне випробування його справді лякає. Боротьба за життя на X-факторі. Врятувати від цього його можете лише ви. Що для цього потрібно? Занотовуйте. Щойно відкриються лінії для голосування. Вам треба зателефонувати за номером 0900